мы сначала поднялись на 2070 километров над уровнем моря, перевалили через эту точку и немножко спустились вниз к озеру Кизеной-Ам. Если я правильно говорю, потом еще раз спрошу. Здесь смотровая площадка. И с нее можно озеро поснимать, оно в снегу. Говорят, что оно очень красивого изумрудного цвета. Иногда ближе к синему. Известняки такой цвет ему придают. Ну вот сейчас оно все снежком присыпано. Мы еще вниз к нему спустимся и посмотрим на него вблизи. Все равно панорама открывается шикарно.